дашь мне подкрепление, миледи? Я рад, что мы решили остаться здесь. Мы продержимся, Годрик. Не знаю, я начинаю беспокоиться. Но раз они осаждают Данну, у Николаса ситуация не очень сложная. Я бы сказал, сейчас самое время попросить его о помощи. Не уверена. Это отличный шанс покончить с врагом. Я сам проберусь через их земли и приведу сюда армию короля. Хорошо, Годрик. Раз демоны сейчас атакуют нас, Николас сможет двигаться быстро. Да направит тебя им.
Годрик. Теперь надо продержаться до подхода Николаса. Мы скоро встретимся, любовь моя. Встретимся на поле брани, когда сокрушим орды Шио, разделяющие нас. Повелитель демонов, клянусь душой моего отца, я отправлю тебя назад в очищающее пекло. Не сегодня, юный король. Кто? Кто ты такой? Теперь все будет проще. И гораздо сложнее. Отдохните, мой король. Я уже послал за лекарем. За лекарем? Поздно. Лекари не помогут. Даже архангелы не помогут. Это был необычный клинок. Вы уверены? Я чувствую что-то... демоническую магию. Яд. Николас! Николас! Изабель. Изабель! Леди Изабель! Прошу вас, не смотрите. Не нужно, чтобы он запомнился вам таким. О, любовь моя, что он с тобой сделал? Я пришла спасти тебя и все погубила. Нет, любимая, не ты. Я сам. Империя. Не осталось наследника. Престола. Империя спасена, ваше величество. За это вас будут помнить вечно, как вашего отца. Империя. Годрик, поклянись. Все что угодно. Королева Изабель, она будет править. Помоги, защити ее. Но она не коронована, она... Клянись. Клянусь, мой король. Николас. Изабель, храни тебя, Лерат. Нас всех. Сначала отец, теперь сын. Во имя света Эльрата, кого еще мне предстоит пережить? Ваш свет, ваш Эльрат.
Где он был, когда убивали Николаса? Когда убивали Беатрис? Леди Изабель, я... Королева Изабель. Леди, я... Королева Изабель. Ваше Величество, не надо. Я хочу сказать, не надо... Эльрад, если ты не слышал, услышь сейчас. Кровью моего любимого и моей семьи клянусь отомстить демонам, их властелину, всему их племени и подлому убийце Аграилу.